Всем привет! И меня уже 14 лет, зовут Катя Адушкина. Многие уже знают, что недавно у меня прошло день рождения, а точнее 18 октября, и как вы уже все догадались, мне исполнилось 14 лет. И по такому случаю все в комментариях мне начали писать о том, чтобы я сняла для вас видео о подарках, что мне подарили. Поэтому я провела опрос в инстаграме, и по опросу 97% всех моих зрителей хотят такое видео, поэтому как же я могу вам его не снять? Хотя я знаю, что многие его не особо любят, потому что это некое в своем роде все равно хвастовство, потому что я показываю свои подарки, но тем не менее, вы хотите, я пока. И перед тем, как я буду показывать вам свои подарки, я бы хотела поблагодарить всех, кто меня поздравлял в этот день. Для меня день рождения — это очень важный праздник и, в принципе, день в моей жизни. Я читала все поздравления, которые мне писали, поэтому я вас очень-очень сильно люблю. Спасибо за все эти теплые слова, которые каждый из вас мне писал. Очень приятно, очень мило и спасибо. Ну а теперь перейдем, конечно же, к вашему самому любимому и долгожданному подарку. Самое первое, о чем бы я хотела рассказать, самый большой, самый дорогой и значимый подарок мне подарил папа, и в один момент одновременно исполнил целых две мои мечты. Это новая камера, на которой я сейчас снимаю, и новый объектив. Поэтому, кто заметил новое классное качество и вообще, в принципе, эту картинку, то ставьте палец вверх. Еще очень-очень давно я хотела эту камеру, она очень дорогая, поэтому я вроде бы начинала копить, а потом я понимала, что мне нужно тратить деньги на другое, и так и до сих пор я ее сама не купила. Кому интересно, это Canon 70D, и тем более этот потрясающий объектив, боже мой, как мне нравится, как он размывает картинку, как он приближает. Это потрясающе. И боже, вы не представляете, ну какая рада. Следующий подарок от мамы. Это тоже такая моя некая мечта, на которую я тоже когда-то собиралась откладывать деньги, но потом опять тратила на что-то другое, потому что понимала, что вроде бы мне это нужно, а вроде бы и нет. Это такая замечательная вещь, как Apple Watch. Я думаю, что тоже, кто подписан на меня в инстаграме, тот заметил, что у меня на руке что-то новое появилось. Я не представляла, насколько это удобная, универсальная и классная вещь. Здесь можно открывать фотопленку, здесь можно фотографировать. Калькулятор здесь есть, даже разные игры здесь есть, будильник и очень-очень много всего. Это как мини-телефон на твоей руке. Также у меня многие спрашивали, что же мне подарил Кирилл Дединок и Ева Дединок. Опять же, одно из того, что я безумно хотела, потому что у меня потерялись наушники, потерялся переходник для моего айфона, а поскольку здесь нет разъема для обычных наушников, я очень долгое время просто не слушала музыку, а для меня выйти вообще в принципе из дома без наушников — это уже какой-то капец. Поэтому мои любимые Дединочки, знаю мою проблему, подарили мне. Что это? AirPods, вроде бы это так называется. Это маленькая какая-то инопланетная белая коробочка, в которой лежат наушники. И теперь, кроме всяких камер, телефонов, айпадов, компьютеров, часов, мне нужно заряжать еще коробку от наушников. Потому что, как я узнала, их нужно тоже заряжать. Они заряжаются от этой коробки. А чтобы они заряжались от коробки, коробку тоже нужно заряжать. Короче, все очень сложно, но очень удобно. И маленькие плюшечки. Переходим теперь к пакетам от моих друзей. Начнем с самого огромного. Он из Victoria's Secret. Это подарок, собственно, из Victoria's Secret от моей подруги. Вещь, которую я тоже очень-очень долго хотела. И причем я не скидывала ей фотографию, какую именно я хочу. Но она купила именно ту, которую я хочу. Это огромная косметичка, которая мне была очень нужна, потому что в последнее время я начинаю много путешествовать. И всякие мои баночки, бутылечки, косметика, смывки для макияжа, лаки и так далее уже не помещаются в одну косметичку. В одной огромной косметичке еще три поменьше. Это очень удобно, очень круто. И наконец-таки я смогу все это открыть и начать пользоваться, потому что до съемки этого видео я не разрешала себе ничего открывать. Эти пакеты все стояли у меня в комнате, все закрыто. Я даже бомбочки, которые мне дарили, не открывала и не использовала. Вы понимаете, я терпела неделю. Ну и, конечно же, бомбочки, про которые я начала говорить. Мои друзья знают, что я обожаю, почему я тащусь. Надарили мне огромное количество бомбочек, поэтому, опять же, это не последние бомбочки, которые вы увидите. Именно эти подарил мне мой друг. Я не знаю, вы их видите, не видите. Это три разные классные бомбочки. И одна из них моя самая любимая, которая называется Галактика. Синенькая, с блесточками. Я ее даже показывала в одном из своих видео. Пакетик Пандоры у меня даже есть. Вообще не ожидала, что мне подарят Пандору. Кто не знает, у меня есть браслетик. Теперь у меня на нем целых три шарма. Я их коллекционирую. И каждый год хотя бы на один праздник мне дарят один шармик. И я его сразу же прицепливаю к своему браслетику. Поэтому огромное спасибо. Еще немножко подарочков из Victoria's Secret, из коллекции Pink. Это мои просто обожаемые боди-мисс.
миксы, мисты. Короче, спреи для тела, или некоторые используют это как духи, я в том числе. Особенно вот этот розовый запах. Мне подарили даже крем с ним. Опять же, я показывала его в одном из своих видео. Это мой самый любимый запах, мой самый любимый крем. И теперь, кроме новой банки моего любимого крема, у меня есть еще спрей с его запахом. Это офигенно. Моя лучшая подруга Маша подарила мне замечательную коробочку. Здесь был еще бантик, насколько я помню. Лежало все очень красиво упаковано. Очень много разных сладостей. Нутелла моя самая любимая. Короче, здесь было много всего, но оно уже спрятано в надежном месте. Ну и основным подарком всего этого была, конечно же, обложка на паспорт. Потому что мне 14. Ага. Поэтому теперь мой будущий паспорт, который у меня скоро появится, не будет ходить голым. Берем следующий пакетос. Переходим к подаркам от следующей моей подруги. Первое — это набор от Bobbi Brown. Это такая фирма косметики. У меня никогда ничего не было от этой фирмы, поэтому будет интересно попробовать. В этом наборе идет тушь, кисточка, чтобы рисовать стрелки, наверное. Очень надеюсь, что эта штука пшикалка для того, чтобы закреплять макияж. Также она мне подарила замечательную помаду от MAC. Для меня очень сложно подбирать помады, потому что я не люблю очень яркие, не люблю очень темные. Мне нужно что-то розовое, плавно перетекающее, может быть, в коричневое. Но Лера рискнула, купила мне помаду и вообще, на самом деле, угадала. Первая моя не матовая помада от MAC. И это реально мой самый любимый цвет в качестве помады. Ну и, конечно же, Кашапова, не Кашапова. Если она не подарит, что-нибудь вот такое. Это кошелек от Tommy Hilfiger. Ну и, в принципе, она знает мою любовь к большим кошелькам. Я никогда не ношу маленькие, поэтому... И тоже один продукт от MAC. Это невероятная штука, которую я никогда не видела. В одной вот этой конструкции целых две щеточки. Маленькая кисточка, чтобы прокрашивать нижние ресницы. А чуть ниже находится огромная кисточка, чтобы рисовать верхние ресницы. Попробую и расскажу вам, как работает, не работает, удобно, неудобно. В этом пакетике осталось очень много разных уходовых штучек. Я даже не знаю, что вам первым показать. Свечка. Еще один мой фаворит. Я уже говорила, что я обожаю осеннюю коллекцию свечек. Теперь у меня появилась еще одна потрясающим запахом ванилы, ванильного сахара. Также здесь есть огромное количество масочек для лица, еще каких-то спреев, разных кремчиков, увлажняющих для рук, для тела, для лица. Вот это нереальная штука, потому что это такой спонжик, наверное, он так называется. Я думаю, что все видели видосы в инстаграме, как модные бьюти девочки наносят себе тон под макияж вот этой штукой. Поэтому попробую, тоже расскажу, как мне, понравилось, не понравилось. Конечно же, еще бомбочки. И это, кстати, не из Lush, а из Bath & Body Works. У них новая коллекция бомбочек. Они их раньше никогда не выпускали. Нужно попробовать. Еще сертификат из Victoria's Secret. Моя подруга пришла туда и вообще не знала, что мне купить. Точнее, какая толстовка мне понравится. Поэтому решила просто подарить мне сертификат, за что ей огромное спасибо. Также моя подруга подарила, нет, не телефон, а чехол от Apple. Очень давно хотела обычный классический чехол. Именно в этом цвете, потому что это мой самый любимый. Плюс мне еще очень нравится качество чехлов от Apple. И еще он цветом идеально подходит под ремешок моих часов. Я обожаю, когда цвет в точности совпадает с другим цветом. Я вам говорила, что бомбочек будет очень много. Огромное спасибо за эту бомбочку, потому что это новая бомбочка из хэллоуинской коллекции. У меня никогда ничего не было из этой коллекции. Она в форме порезанной тыквы. Очень-очень-очень-очень хочу попробовать. Еще одна бомбочка! И она, я вижу, уже сыпется. Понимаете, все эти бомбочки стояли все это время у меня в комнате, пахли этим замечательным запахом, я всегда проходила такая... И это последний подарок, который я вам сегодня покажу. Он из Dolce Mill, или вроде бы так называется эта фирма. Лежат просто офигенные наборы разных тоже уходовых штучек. Все мои губные помады, которые заживляют губы и так далее, у меня именно от этой фирмы. Я их просто обожаю, особенно их запах. И еще такая баночка. Здесь лежит тоже розовенький набор, который состоит из геля для душа, крема для тела от Dolce Mill. Мне кажется, мне уже реально пару лет. Можно не выходить из дома, не ходить в разные магазины, в которых продаются свечки, бомбочки и крема, потому что, боже, это мой рай. Это были все подарки, и я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. В завершение еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, всем, кто меня поздравлял, кто, конечно же, подарил эти подарки, потому что любое внимание в мой адрес оценивается и очень важно для меня. Спасибо также, конечно же, моим родителям, моим родственникам за то, что они любят и очень часто исполняют мои мечты. Огромное-огромное всем спасибо. Ну, а я пошла принимать ванну с бомбочками, мазаться кремами, пробовать новую косметику, мазаться новыми помадами, духами, пользоваться, снимать на новую камеру, конечно же, видосы. Огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Я вас очень сильно люблю. Не забывайте писать в комментариях, как вам
новое качество. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока.